Среди национальных символов черкесского этноса выделяется символ воина-всадника. Лошадь для черкеса – верный спутник и друг на пути чести и славы. Черкесская лошадь – воплощение многовекового опыта черкесских коневодов, творцов этой уникальной породы. Ныне она известна всему миру под именем Кабардинской. Объектом особого почитания. И многие правила этикета были порождены обычаем ношения оружия. Воин обязан был соблюдать следующие правила. На дороге при встрече с другим мужчиной они должны были расходиться с правой стороны так, чтобы их левые вооруженные стороны были обращены друг к другу. Если ехали двое всадников, то младший занимал место слева от старшего.